Люстры, бра, настольные лампы, торшеры, уличные фонари, встроенная арматура. Советская, 97. Ребята, привет! Меня зовут Мария Александровна, и я работаю в Министерстве по чрезвычайным ситуациям. Наша служба приходит на помощь всегда, если случается беда. Но именно сейчас мы с вами в стране безопасности, где будем учиться простым правилам безопасного поведения в любой жизненной ситуации. А помогать мне будет спасайка, но с ним я вас познакомлю чуть позже. А пока хочу представить наших сегодняшних героев. Алена, 8 лет, ученица 2 класса, любит рисовать, много читает и уже добилась больших успехов в игре на домре. Иван, 7 лет, ученик 2 класса, увлекается футболом, хоккеем, а по шахматам у него уже 3 разряд. Алена, Иван, привет! Здравствуйте! Вы вторая команда, которая вступила в борьбу за звание экспертов по детской безопасности. А всего соревнуются 4 команды. Вам предстоит пройти через 4 опасные зоны. И та пара, которая справится лучше и наберет больше баллов, отправится сначала в полуфинал, а потом и в финал. Оценивать вас буду я и мой помощник Спасайка. За полный и правильный ответ можно получить по 3 балла. А еще я могу дать дополнительные баллы за отличную игру или забрать их у вас за неспортивное поведение. Ну, пора начинать. Прямо сейчас я предложу вам выбрать тему первого боя. Внимание на экран. Итак, тема номер 1 – это опасность дома. Вторая тема – природные стихии, такие как молния, дождь, гроза и так далее. Третья тема – это правила поведения на улице. И последняя тема – опасность на природе. Давайте выбирать. Давайте. Четвертую. Итак, вы выбрали тему «Опасность в лесу». Лес издавна лучший друг и помощник человека. Но так случается, что он может стать злым врагом и представлять опасность. Как вы думаете, почему? Ну, потому что там могут быть ядовитые змеи, гадюки. Змеи, гадюки, кобры и все такое. Да. Змеи. Что еще может случиться с вами именно в лесу? Может пожар загореться. Пожар может случиться. А с человеком что может случиться в лесу? Ну, они могут потеряться. Верно, совершенно верно. Для того, чтобы вам помочь, я хочу показать вам небольшой мультфильм. Смотрите внимательно. Ответы на все сегодняшние вопросы там есть. Ну вот, друзья, мы и подошли к лесу. Но прежде чем зайти в него, давайте осмотримся и поищем те ориентиры, которые помогут нам не заблудиться и выйти из леса. В лесу старайтесь двигаться только по знакомому маршруту, который вы знаете. Ни в коем случае не отходите далеко от тропинок и лесных дорожек. Постарайтесь представить себе, где вы находитесь и где находится выход из леса. Старайтесь замечать особенности вокруг себя – необычные деревья, пеньки, полянки, кусты. Чтобы не заблудиться, поставьте мелом отметки на деревьях. Так вы легко найдете дорогу обратно. В лесу легко заблудиться, поэтому всегда держитесь вместе, не разбегайтесь в разные стороны. Если кто-либо из вашей компании потерялся, ни в коем случае не уходите с того места, где стоите, попытайтесь докричаться до товарища. Саша! Передвигаясь по лесу, смотрите себе под ноги, чтобы не наступить на змею. Если вдруг вы ее увидели, не пугайтесь, она сама боится вас. Просто не приближайтесь к ней и не трогайте, и она уползет. Продвигаясь сквозь ветки деревьев, будьте внимательны. Засмотревшись себе под ноги, вы можете наткнуться на колючую ветку, которая может поранить вас. Ух ты! Ребята, это мы удачно пришли! Только посмотрите, сколько разных ягод! И красные, и черные, желтые, и даже синие есть!
каких только красок не увидишь на этой чудесной полянке. Запоминайте, какие ягоды самые вкусные и безопасные. Черника. Я думаю, все вы знаете эти маленькие низенькие кустики с черными ягодками-бусинками. А эти красные, похожие на клубнику ягодки, мои самые любимые. Это ароматная и сладкая земляника. Ее вкус не спутаешь ни с чем. Малина растет на высоких и колючих кустах. Это самое любимое лакомство сладкоежек и замечательное средство от простуды. Жаль, что не все ягоды съедобны. В наших лесах очень много красивых, но ядовитых ягод, которые я бы не советовал пробовать. Они ядовиты и опасны для жизни. Например, волчья ягода, вороний глаз, снежноягодник белый. Поэтому ни в коем случае не срывайте и не пробуйте незнакомые ягоды на вкус. Ребята, я надеюсь, что моего помощника Спасайку вы слушали внимательно, и если так, то с легкостью ответите на мой первый вопрос. Какие ядовитые и полезные ягоды вы знаете? Полным будем считать ответ, если вы назовете две полезные ягоды и хотя бы одну ядовитую. Ну, земляника, ежевика, голубика, черная смородина. Смородина просто. А те, которые в лесу растут, это какие? Ну, это в основном это черника, малина. И еще это обычная земляника. Правильно. А какие считаются опасные ягоды? Ну, это черный вороний глаз и волчья лыка. Молодцы, ребята. И за правильный ответ вы получаете свои первые 3 балла. Итак, нас ждет впереди второе конкурсное испытание. Вам необходимо будет выбрать из 3 вариантов ответа на мой вопрос верный. Внимание, вопрос. Если увидел в лесу змею, то что нужно делать? Итак, первый вариант ответа – звонить 101 либо 112. Второй вариант ответа – не паниковать, не приближаться и не трогать ее. Вариант номер 3 – отогнать палкой. Давай, там хоть змею не надо трогать. Номер 2. Как вы считаете, чем опасно тронуть змею? Ну, она может... Она ядовитая, может укусить. Да. И она очень взволнуется, она укусит, ну, укусить сможет, и может быть она ядовитая. Совершенно змеи верно. Змеи ядовитые. Но змеи бывают разные, бывают ядовитые, бывают нет. Но это правильный ответ. Лучше ее не трогать, отойти в сторонку и подождать, пока она уползет. Ну и напоследок загадка. Тоже про лесного обитателя. Чтобы выстроить плотину, запасет он древесину. Зверь трудолюбив и добр. Тащит бревна к речке. Бобр. Бобр, правильно. Ребята, сейчас настало время подвести итоги нашей сегодняшней игры. Итак, в первом конкурсе вы заработали 3 балла, во втором – 2, а в третьем – опять 3 балла. За ответ на мои дополнительные вопросы вы получаете еще 1 балл. Итак, считаем, сколько получилось. 9. Правильно. И Спасайка сейчас внесет этот результат в таблицу. Я поздравляю вас с отличным результатом. Так держать. А мы встретимся ровно через неделю. А место встречи остается тем же. Это ваша страна безопасности. Люстры, бра, настольные лампы, торшеры, уличные фонари, встроенная арматура. Советская, 97.